Вот представьте себе, закон о табакокурении принят. Да. Не все курят и не все дышат. А это воздействует круглосуточно и постоянно. Да, в том, что люди не воспринимают это как угрозу, потому что не видят это. Дым-то видят, запах чувствуют противный, перегара от алкаша чувствуют. Да. И тут люди могут понять, тут легче достучаться. При воздействии электромагнитного поля на ДНК происходят мутации, а когда установили нейтроник, не происходит. То есть, если вы работаете за компьютером взрослые 4 часа в сутки, то, используя нейтроник, это безопасно. Мы проводили исследования на людях на латвийском телевидении. За 8 часов изменений не произошло, не зафиксировано было при использовании нейтроника. А без него? А без него, извините, через час вылетает уже эндокринная система, центральная нервная система, страдает тот человек, в конце рабочего дня просто овощ. Вот что же мы можем все-таки делать, если в городах? Вот, как-то. Еще вот давайте, рекомендации, которые обоснованы, проверены, и мы более 50 исследований сделали за последние 30 лет, этим профессионально занимались. В городе что можно сделать? Использовать на все источники нужно поставить экранирующие устройства. Это касается промышленной частоты, мы об этом уже говорили. Они есть, они доступны, вы их можете везде найти. На ночь лучше электричество все выключать. Тем более телефоны, компьютеры, все просто из розеток повыключайте, выключите, чтобы не было у вас напряженки во сне. Потому что во сне вырабатывается мелатонин, который нас поддерживает. Это противораковые гормоны. Да, это известная вещь. Лучше устройство. Это если в этой комнате компьютер. Если он там через комнату где-то далеко находится. Ну, оно экранируется, конечно, но я бы рекомендовал вообще все равно отключать. На ночь лучше, но не нужно ночью. Зачем? Роутеры, то есть Wi-Fi. Нет, про это мы не говорим вообще. Из квартиры вообще убрать. Не должно быть. Оно не нужно. Я подчеркиваю еще, не нужно оно. И еще вы заметите, что молодежь нынче использует всю вот эту вот лабуду, грубо говоря, для игры. 95% игра, которая приносит невосполнимый ущерб здоровью. Потому что круглые сутки находится, особенно молодежь, вот с этой гадостью. Вот представьте себе, закон о табакокурении принят. Да. Не все курят и не все дышат. А это воздействует круглосуточно и постоянно. Да, в том, что люди не воспринимают это как угрозу, потому что не видят это. Дым-то видят, запах чувствуют противный, перегара от алкаша чувствуют. Да. И тут люди могут понять, тут легче достучаться до людей. Да, ну вот вы поймите, что это латентно скрытая угроза. И еще раз подчеркну, это промоутер, то есть ускоритель заболеваний. Да, безусловно. Определить, уже четко определили связь электромагнитных полей и изменения ДНК. Много ли на то исследований есть? И десятки тысяч. Я вам только покажу то, что подписались под докладом, извините, 20 уважаемых товарищей. Вот они, вы их можете посмотреть. Мы обязательно их покажем. И можете стенограммы почитать. Есть доклады. То есть это наших, даже отечественных вот академиков. Все и так далее, да? Ну, естественно. Это же не просто так, не на голом месте. То есть настолько информация абсолютно доказуемая и доказанная, что они даже не могут и хотели бы даже. Почему мы и сводный доклад сделаны? 3 слушания было. Это присутствовало более 30 ведущих институтов, и военные, и прочие. И все в один голос говорят. Дай Бог, чтобы это получилось на государственном уровне, хоть что-то. Хоть что-то по телевизору бы говорили, потому что люди вот у нас... Вот это табу. Табу. Точно. И я хочу, чтобы вы, уважаемые товарищи, наши друзья, несли информацию достоверную. Безусловно. А этой достоверной информации достаточно много. Объективный, доказанный, научно обоснованный и существующий. Просто вы ее можете найти у нас. Я очень попрошу мне вот эту информацию, самую главную, вот о чем мы сегодня говорили. Она самая главная, вот она вся здесь есть. Вот, пожалуйста, сейчас скажу. Первое. Я прошу вот те ссылочки, чтобы люди, нажав под этим видео, еще попали на те ссылки, куда они перейдут и увидят эти научные работы. Конечно. Второе, дорогие друзья, вот эта книжечка про нейтроник, но тут на самом деле это вот как средство индивидуальной защиты от облучения. Тут на самом деле гораздо глубже. Дело не в том, что нейтроник, а в том, что тут проблема как раз... освещена. Вот, проблема. Освещена подробно проблема. Показаны вот эти все воздействия разных приборов.
Как что нужно делать? На что что влияет? Ну, то есть, это сжатая та информация, да, которая да, вот да, во всех да, этих докладах, да. по сути, просто да. в кратком виде. Она будет стоить 50 рублей, ну, потому что, понятно, так сказать, это ее практически себестоимость. Вот, мы сейчас еще да. поговорим о этих нейтрониках, потому что это действительно вид защиты. Я поподробнее сейчас расспрошу, но я да. перед этим хочу еще что спросить. Вот мы перед видео говорили, что не только дело в самих вот электромагнитных, электрических полях магнитных, которые можно теми или иными приборами измерить, которые производятся, продаются, да. но и это наложение разных совершенно полей, разных частот. То, что фактически все вместе померить никакими приборами практически невозможно. Невозможно. Но это оказывает вот это комплексное воздействие на живую клетку в любом случае. Да. Негативно, чрезвычайно негативно. В этом смысле, вот человек спросит, что же мне, вот какой же мне все-таки прибор? То есть мы говорим, никакой получается прибор купить. Или с точки зрения физических измерений не надо заниматься дилетантством, не покупать, не тратьте лишние деньги. Просто вы априори знаете, что вот данный прибор излучает. И излучает он вредно для вас. Потому что, посмотрите его, да, он покажет электрическую составляющую или магнитную. Да, это можно. Приборы серьезные, очень дорогие. И... Вот мы говорили, что есть прибор там 1,5 миллиона рублей, есть вообще евро, да, там миллион. 1,5 миллиона евро. Вот мы исследовали нейтроник на аппаратуре, кстати. Которая стоит 1,5 миллиона евро. Спектроанализатор американский, который по специальной методике... Он регистрирует частотный спектр и изменение его, и напряженность поля самого между излучателем и принимающей антенной. Ссылочка будет, вы можете посмотреть. Хорошо, графики да. все. А вот само воздействие на ДНК, на вот эти излучения? А само воздействие на ДНК, ну, профессор Якубов изучал как раз, есть такой ЯМР-спектрометр, ядерно-магнитно-резонансный спектрометр, изучающий ДНК на мутагенность, тератогенность и патогенность. И вот изменения он, когда применял нейтроник, увидел, что изменений, то есть мутации ДНК не происходит при воздействии электромагнитного поля. При воздействии просто, с нейтроника подчеркиваю, при воздействии электромагнитного поля на ДНК происходят мутации, а когда установили нейтроник, не происходит. Тогда расскажите, в чем же вот действие нейтроника? Вот почему главная, это них... главная особенность – это резонансы. Вот это доказано. Академик Рахманин выпустил книгу «Резонансы организма человека». Да. Это давно было известно и в закрытых работах. То есть, каждая органная система работает на определенной частоте. Безусловно. Вот. И если эта частота совпадает с какой-либо внешней частотой, наступает резонанс и обрушение органа. Да. Все, это однозначно. Это так и есть. Вот. И главная особенность – не несущая частота. Если несущая частота – это вот передача сигнала, на ней наложена модуляция, так называемая, которая информацией называется. И вот она выбивает межклетку, вот на мембрану клетку влияет. Несущая вот мощности маленьких, она не влияет практически. А когда только модуляционный сигнал идет, сразу же изменяется потенциал мембраны клетки, она выходит из равновесия, происходит слепание эритроцитов, если дальше мы идем, происходит разрыв ДНК, время, потом он может восстановиться, но эта раскачка организма приводит к убыстрению заболеваний или проблем, которые у вас есть. Так, понятно. Значит, давайте тогда так. Вот нейтроник, то, что он сколько лет уже производится? 20 уже. 20 лет. Да. Его воздействие за эти годы было изучено. 98-й первый патент. Его воздействие... Ну, более 50 исследований на ДНК, на клетке, на микробах, на человеке, на крови. Ну, я понял. То есть масса исследований, вот такие вот тома. Так. А вот вы принесли специальный прибор, который может что замерить? Это показать? Генератор. Он не меряет. Не меряет, да. Это генератор. Который всех, показывает. Который показывает... Вот здесь стрелочка у нас. А мы покажем, увидит. Партия выпущена, вот она, стрелочка отклоняется, и он генерирует электромагнитное поле где-то 500 милливольт на метр. Так. Это электромагнитное поле. Так. И если мы вносим в это поле нейтроник, так, вот так, видите, ну, вот, я посмотрю сейчас. Держите в своих давайте, руках, да, вот вносим, посмотрите, вот, в, не, я в своих руках, вот давай, оно, давай, вот да, оно да, в упаковке, сейчас вот мы смотрите. Сейчас покажем поближе. Вот. Оп. Давайте я покажу. Пожалуйста. Значит, вот видите шкалу, а теперь вносим вот этот нейтроник, я вот не вижу, что сейчас происходит, но там стрелка на ноль отклонилась, да? Да, 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 да. Да, 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 вот сейчас. Да, 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 да.
Как я? Так? Ну, попасть надо в центр генератора. Нет. Ну... Так, как, ну-ка, еще раз, куда попасть? Ну, вот он. Вот он. Вот он. Вот. 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 Все. Все, дайте я сейчас. Угу. Будет цифровой, там цифры более... Цифры – это удобнее. Ну, у меня на видео есть, я показываю в цифре, как уменьшение с тысячи до... То есть, с одного вольта до... 1 милливольт. Ух, то есть это в 1000 раз там, да? В тысячу раз. Да. Этому несущую частоту мы показываем тем самым, что это рабочее устройство. А за счет чего? То есть за счет вот этого попадания... За счет нет, это интерференция простая. Это несущая частота, мы ее убираем. Но это не главное. Так, а что главное еще? Модуляция. А модуляция убирается, это биологический аспект. Да. Мы проверяем это на ДНК, на мышах, так. На бактериях, то есть... По отклику. Самый простой метод проверки – это фоля. Ну да, метод фоля, биорезонансная диагностика. Вот все фолисты и немецкие у меня вот прислали мне письмо. Говорят, то есть это в любом центре измерения можно проверить? Точно, абсолютно везде. Любой диагностик. Ну, например, в центре кораллового клуба, кто конечно, знает, там конечно, можно проверить. Да, можно проверить. И сразу будет видно. Конечно. Причем по почему? Крови, кровь сразу видна. И по крови сразу? Конечно. А, я помню, я передачу даже вашу по телевидению, да? Фабрика мысли, мы там показывали, как... И реально вот сразу, да, было реально, видно. Реально, да, сразу. Тогда, да. Там напряженный, конечно, академик Гуляев, величина номер один, и то сдался. Сдался? Сдался. Слушайте, здорово. Сейчас мы посмотрим нормальное состояние испытуемого, какова у него кровь. Так. Это эритроциты. Эритроциты – это красные кровяные вот тельца, основная функция которых – перенос кислорода. То есть это практически вариант нормы. Проведем второй этап эксперимента или исследования. Я буду звонить по телефону, испытуемый будет слушать меня. И мы посмотрим после этого состояние крови испытуемого. Алло. Сейчас вы посмотрите, каково состояние крови после разговора по мобильному телефону. Да ладно. Эритроциты. Вот посмотрите, что творится. Монетные столбики. Вы видите? Это так называемый сладж. Видите? Поскольку мы говорили, что главная функция эритроцита – это перенос кислорода, то организм, в принципе, находится в состоянии гипоксии, посмотрите. Потому что ткани недополучают кислород. Посмотрите, какая ужасная картина. Чтобы узнать, что произойдет с эритроцитом, во время третьего опыта мы наклеили нейтроник на аккумулятор мобильного телефона. Наклеивать устройство необходимо так, чтобы стрелка, изображенная на нем, была направлена вниз. По отношению к антенночке. Вот так устанавливаем и закрываем крышечкой на мобильный телефон. Теперь мы производим опять-таки звонок по за мобильному счет, телефону опять. За мой счет. Алло. Мы заканчиваем разговор и берем следующий забор крови. Давайте, давайте посмотрим, что произошло. Вы понимаете, что эксперимент это у нас быстрый проводится. И даже при таком быстром эксперименте видна иная картина, чем была до этого. Юрий Васильевич, пожалуйста. Все-таки вот эти клинические испытания в серьезных медицинских организациях проводились? А как? В серьезных. Кафедра второго медицинского института, это Российский государственный медицинский университет сейчас называется. И от них есть заключения? Клинические испытания проводятся до сих пор. То есть проводите, да? Конечно. Ну ладно, тогда пять. Я вот предлагаю следующее. Вот у меня в институте есть специальная лаборатория электромагнитной совместимости, которая занимается изучением воздействия электромагнитных волн на человека. Так. Я предлагаю просто вот этот аппарат принести к нам, и мы просто действительно посмотрим вот реально по излучению. Вот и все. Хорошо, обязательно. Я буду рад с вами посотрудничать. Спасибо. 35 баллов. Теперь тогда так, смотрите, нейтроника два типа существует. Да. Ну, во-первых, тот, который вот на телевизор, экраны компьютеров, ноутбуки, да, планшеты, все айпады, экраны, ноты, все экраны. Любые да. экраны. Любые экраны. Так, если можно об этом, что он убирает или уменьшает? Он воздействие той частоты, тех модуляций, вот это так. Устройство МГ-04М работает до 450 МГц. Так. Это диапазон как раз экрана передает, ну, в основном. Так. Вся информация и модуляции, то есть влияние,
он практически убирает. То есть, если вы работаете за компьютером, ну, взрослые 4 часа в сутки, то используя нейтроник, это безопасно. Угу. То есть мы проводили исследования на людях, на латвийском телевидении. За 8 часов изменений не произошло, не зафиксировано было при использовании нейтроника. А без него? А без него, извините, через час вылетает уже эндокринная система, центральная нервная система, страдает тот человек, в конце рабочего дня просто овощем становится. Ну да, и даже если человек достаточно крепкий. И зрительный крепкий. Анализатор, естественно, страдает. Это одно устройство. А второе устройство, вид его, и в патенте у нас два варианта. Это на частоте более 450 МГц и до 300 ГГц. То есть, чем выше, вот мы измерения проводили по несущим частотам основным, даже 5G уменьшает магнитную составляющую до 20 раз. Она несет основную нагрузку. То есть есть понятие магнитной нагрузки на организм. Mm-hmm. Это в нозологиях такое заболевание есть. Не электрическое, а магнитное. И вот он ее в 20 раз уменьшает. Но нет, он практически на 100% убирает информационную составляющую, то есть чтобы она не попадала в резонанс. Вот, а главное. Особенность нейтроника, он убирает резонансы модуляции на организм человека. И клетка не страдает. Вот его основная. Да, я, кстати, хочу сказать, что надо... А с чисто физической точки зрения, это пристеночная зона, так скажем, отраженной волны, пристеночная, теории которой нету. И ни один радиофизик не знает об этом. Просто ничего. Работает и работает. Просто работает и работает. Но мы доказали даже в радиофизическом аспекте, что гашение электромагнитной волны существует. Даже независимо от того, от размера. Потому, как говорят, вот размер не соответствует длине волны. Не имеет значения, потому что это более глубокая физика. Это, так скажем, новый физический принцип. Ну, так же, как волновая генетика, новая наука на грани биологии, физики и химии. Да, это сочетание, это стык наук. А долго он работает? Человек повесил на телефон? Не, сколько телефон будет работать, столько нейтроник. Ну, просто он там поцарапал. Механически не... Если только механически. Да. Да, все. Да. Прям на заднюю вот так стенку да, телефона да, всегда. Все, больше не важно, смартфон, фон. Да, неважно, можете и под эту, ну, не буду снимать. Ну, под эту, там, туда. Можете под крышку. Можно, под крышку можно. И под крышку, можно под чехол, только вот следуйте инструкции. А, вот как вот треугольничек вниз, вот этот, да, вот, он должен это всё, вот, по инструкции, ну да. Так, скажем. Так, сюда понятно. Значит, он для чего? Для телефонов, смартфонов, планшетов, ну, СВЧ-печей мы не будем, такого не должно быть вообще ни в один раз. Wi-Fi, ну, особо упертым, пожалуйста, ну, все-таки. По крайней мере, да, каких-то упертых там родителей или бабушек, кто, правда, я не знаю, там бабушки-то, ну, сейчас бабушка уже не такие. Бабушка как раз более грамотная. Ну, как правило, да, хотя сейчас уже скоро подрастает поколение уже тех бабушек, которые, так сказать, к уже сожалению, на телешоу выросли в 80-х, 90-х. Слушал сейчас в электричке, так. Женщина рассказывает историю. Мальчику купила, она какие-то игры, и он сидит круглосуточно. Ну и дура мама, что тут можно сказать? Я скажу вам так, у меня у детей, да, у моих детей уже у них никогда этого ничего не было, да? Хотя много чего есть, но этого. Ни электронных, ни телефонов. И даже моя дочь уже там в старших классах учась, да? Она не имеет сотового телефона, и ей это уже... То есть она прошла тот... Как некоторые говорят, да, наш потом, дети, если вы не будете давать... Ну, любит у нас так оправдать себя, свою глупость и слабость. Да они потом дети, нафиг им это не нужно уже будет. Они перерастут тот этап, когда для них это было каким-то желанным. Потом они это тьфу и все. Тем более, если родители в доме имеют строгую определенную четкую позицию, если дети доверяют родителям, если, так сказать, вот все ладно и чинно и гладко в семье, то какие это проблемы? Да они это... Я даже сам говорю, слушай, ну, младший, говорю, посмотри вот Лиз, вот эти вот мультфильмы, ну, там, 50-х годов, 40-х, да, я да, там, да. Апрель, которые действительно... Ну, ну, отличные. Это, ну, это, образы какие, конечно, добрые. Ну, не то слово. С любовью, да. Безусловно. Которые учат, как вот этот, прошлый этот Папа Римский говорил, что если вы хотите ребенка вырастить хорошим человеком, смотрите вот эти сталинские, старые советские мультфильмы. Да. Вот. И то она говорит уже, а, там, порой, вот... Ну, то есть, все, этот этап давно кончен. И поэтому не на всех действует, даже современный. Говорит, сейчас современный мир. Некоторые психологи даже говорят, такая Вероничка, например, вот у нас зритель знает, кто такая Вероничка Кривляка. Так вот, она говорит, ну, это невозможно уже, чтобы ребенок сидел там, ну, никого. Это сейчас для современного мира, это естественно, просто надо там и как-то вот, чтобы уменьшить, опять разговор о мерах. Так вот, я хочу сказать, это сделать легко и просто, непринужденно и примитивно, чтобы ребенок не хотел сидеть и тыкаться, как идиот, вот в этот телефон круглые сутки. Да и вообще, вот у меня они вообще не тыкаются. И даже там, я не знаю, чтобы позвонить маме, вот есть старый телефон.
Он всегда выключен, даже не дозвонишь, чтобы включить, только позвонить, если вдруг надо что-то там. Да. Так что этот вопрос пройден лично для меня. Почему для других он не может быть пройден или проблема? Нет, это не проблема, это надумка все. Психиатрам разрешите сносочку? Обязательно. Кикилидзе Зураплич в списочке вот в этом присутствует. Кто? Главный психиатр страны. А, то есть не Вероничка. Главный психиатр страны. Уровень повыше. Опубликовал еще несколько лет назад, что дети психическими отклонениями 70% учебных заведений. Те или иные, да. А я считаю, что уже близко больше. К 100. Ну, в общем-то, тем более, слушайте, весь класс сидит, у всех эти поганые телефоны лежат включены. Да. Я... Кстати, ремарочка. Вот последний доклад Григорьев делал Олег Александрович. Это эксперт, который представлен во Всемирной организации здравоохранения. И он сказал, то есть опубликовал в интервью «Комсомольской правде», что во Франции запретили в школах использовать РАС. Кстати, да. И много слышал. Законодательных аспектов. Кстати, Макрон ввел законы, ограничивающие использование. В Англии, кстати, тоже в метро не используют его. Посмотрите, что в метро творится. Это абсурд. Wi-Fi внедрить в движущиеся составы. Там и вот это вы не представляете себе, что это происходит. Не только там же еще кабели силовые. Конечно. И еще СВЧ, и еще это же жуть какая-то. Я думаю, что это даже не исследован вопрос, как в метро. Безусловно, да? Нет, исследования проводились питерским. Имеется одним все из вот эти наложения. Но это было 30 лет назад просто по составам в метро. Там машинисты болели и уходили. Тогда, когда да, естественно, вот... когда еще этого не было. У них, ну, о чем я и говорю, что вот силовые кабели за стеной, а там рак. Да. В разы заболеваемость выше была. Слушайте, ну, что делать тогда? Все-таки вот смотрите, ну, допустим, ладно, попытаются как-то люди... Вот ходят они в метро, есть. Вот есть что-то то, что хоть как-то может защитить, хоть как-то человека? Рекомендации. Вот личный человек, только духовный рост его может его защитить. Мы говорим о том, что вы правильно питаетесь. Ну, правильно... комплекс мер. Да, абсолютно точно, потому что все индивидуально. Если мы говорим про внешнюю среду, лучший вариант, идеальный, уезжать это из города. Ну, и, кстати, процесс этот идет. Идет, очень массово. Ну, уже идет. Народ все-таки думает. Потому что, да. Если вы живете, вам некуда деться, но вы хотя бы на ночь выключаете, во-первых, источники. Понятно. Раз. Используйте средства защиты. Да, это да. Время использования ограничите до, например, детям до 8 лет вообще все прекратить. Вообще 15 минут мультик можно, советский хороший мультик, до 8 лет. 15 минут больше нельзя. Но это от 8 до 12... Это еще старые врачи позовут. Да, от 8 до 12, ну, до полчаса телевизор, вот мультики посмотреть, коли они там уроками занимаются. От 12 и старше там уже, ну... полчаса, и то мы говорим про с использованием защиты. Даже это безопасно. Вот, старшеклассникам вообще до 18 лет в нормах прописано в санитарных 2003 года. Так. До 18 лет не рекомендуется, я их спрашиваю, пользоваться мобильной связью. Не рекомендуется. В 1970 году запрет был, и там была норма облучения, говорилось. Облучение. Человек с накопительным эффектом. Вот. И запрет был на пользование... детям до 18 лет. Потом, естественно, ну, вот эта вся среда. Кстати, мы с вами говорили про нормативы. Какой раньше там был норматив? Один микроватт был норматив, а сейчас сделали 100 микроватт. Кстати, в 100 раз планочку вот подняли. Это как с анализами. Некоторые анализы человека тоже в связи с ростом огромного количества больных людей просто взяли и подняли планку, что якобы это новые нормы, потому что ну, у всех такое, они уже в современности якобы нормой считаются. А на самом деле уже далеко не норма. Друзья мои, я вам ремарочку скажу по этому поводу, что в 1960-х годах правительством было принято решение о проведении всеобщей диспансеризации населения. Так. Участвовал в этом профессор Баевский, партнер наш академический. И когда они провели исследование, то оказалось, что практически 100% с патологиями населения. Был приказ, в то время понизить планочку, сделать 60% здоровых, 40% больных. То есть вот уже тогда... Это еще тогда. Ну, товарищи, ну вы посмотрите на окружение. В тысячи раз. Онкология, куда ни кинь, везде это у кого-то в семьях что-то. Я уж не говорю про кишечник, желудок, мозги, поджелудочную. 10 миллионов у нас инсулинозависимых. Я был на слушаниях в общественной палате, предлагал методику решения проблемы.
извините, куда меня... Знаете, это естественно, потому что это тогда надо... Я скажу так, что, конечно, 9 групп факторов существует, вот групп, которые влияют на здоровье человека. Это питание, это электромагнит... Да. И другие, которые я рассказываю, как раз на этих лекциях. Конечно, конечно. Но вот я скажу так, что однозначно то, что я хочу внести коррективу, вот в этих городах менеджеров, города менеджеров, я имею в виду Гонконг, там, да-да. У каждого второго, это от врачей информация, от тех онкологии, у каждого второго жителя, в частности, не только из-за того, что они в одно поколение изменили кардинально питание и стали там мясо есть 3 раза в день, ну, в виде сосисок и прочей химии, а в том еще, что у них нашпигована вся их жизнь от дороги домой до дороги на работу, и там мощнейшими излучателями. Да, конечно. И такими комбинациями, а поскольку там еще дома, все эти металлические, стеклянные, ну, то есть там... Это агрессивная архитектура. Мы еще не учитываем геопатогенные зоны, а они исследованы, хорошо изучены. Вот слушайте, центр Пскова, я вот бывает... Да. И вот на душе, и так хорошо, вот, да, вот, вот московский дворик, картина, да, как вот мы знаем, да, вот прям вот там, и вот у тебя вот, вот та архитектура, еще где улочки сохранились. Там благость наступает, да. Вот ты чувствуешь, ведь одно, вот я рекомендую вам всегда оценку проводить по состоянию души. Вот всем говорю, ребята, вот радуется душа. Некоторые так души искалечены, честно говоря. Радуется что... душа, что это хорошо, знаете. Если вы чувствуете что-то нехорошее, ну, вот у вас вот здесь, вот знаете, третья чакра, да, волноваться начинает, значит, что-то вам не по себе. Значит, ищите проблему. Когда она успокоится, значит, правильно. Однозначно человек не должен жить в железобетонных клетках. Однозначно. Вот. А земля, человек должен недалеко, невысоко от земли жить. Это ну, тоже по-любому. Вы же второго этажа обычно не жили. Ну, там, да, ну... Третий еще лав где-нибудь в маленьких городках, там это все ерунда. Там, объясню почему. Разрыв с энергетикой Земли приводит к искажению вашего биохимического процесса. Да, да, да. Но не забывайте, извините, что все-таки у мужчины космический поток выше, чем уже. Ну, то есть у него процентов 60 сверху, 40 снизу, у женщин наоборот. Вот еще, сочетание мужчины и женщины приводит к гармонии. Вот я еще скажу насчет сотовых телефонов, такую мою. Я вам, кстати, сделаю, как обещал, вторую часть нашего вот моего выступления про Wi-Fi и про все эти дела. Я скажу такую вещь только сейчас, что вот если сделать такой, ну, кубик, например, вот где-нибудь вы хотите, ну, чтобы и телефон не отключать, и, скажем так, воздействия такого не было, вот можно все домашние телефоны сотовые собрать, сделать такой 50 на 50, допустим, кубик, с 5 сторон его зафольгировать полностью алюминиевым, а с одной нет, и этой одной частью к стеклу, где-нибудь в какой-нибудь комнате, только на кухне, там, ну, далеко от спальни, допустим, поставить, чтобы как бы он мог хотя бы, по крайней мере... Тревожную кнопку оставить. Ну, срочный звонок какой-то от мамы там больной, ну, я условно, ну, там, ну, ладно, я понимаю. То есть, ну можно же это изменить. Да, вот так вот сделать, вот такой вот из картона собрать, фольгой сделать, да, поставить, все, по крайней мере, вам во все вот эти пространства не пойдут эти, так сказать, излучения, а вот четко радиопередача, то есть этот свой антенна-излучатель. Вот. Это уже во много раз уменьшит воздействие. Так проводные телефоны же у многих они остались. Так, ну проводные, это... да. Ну, а, кстати... Оптоволокно подведите, сигнал. Ну, в городах, да, можно это, по крайней мере. Вообще не проблема. Мы говорим про город. Про город, да. Но, по крайней мере, всегда есть выход. Это люди всегда просто себе придумывают, чтобы ничего не менять в своей жизни. То есть, вот. И думают, что типа они так успокоятся, вернее, они так хотят успокоиться, что, так сказать, это значит, что на вас не будет влиять, будет. То есть, если мы проблему из своей жизни не убираем, она на нас действует, то результат все равно будет обязательно очень печальный и плачевный. И лучше не допускать такого результата, а, так сказать, принимать те меры, какие мы хотя бы в состоянии. Это стоит вот это копейки. Там она от, ну, в розницу от 890 рублей, от количества там до, ну, грубо там, 600 рублей за комплект из нескольких штук. В общем, у меня на сайте, мы, конечно же, теперь, я вот, честно говоря, жалею, что я сам много... лет имея, вот их уже в телефоны не клал. Конечно, я телефоны от себя откидываю подальше, правильно, ну, это воздействие уменьшает, но все равно есть. А вот, конечно, я поставлю везде себе, лично, вот сейчас, и телевизоры, и мониторы, и сотрудникам всем своим поставлю в обязательном порядке, потому что некоторые, может, пожалеют себе купить, а я не пожалею им купить. И вам хочу порекомендовать обязательно. У нас это, конечно, теперь тоже будет в продаже, потому что, ну, а как? Естественно, как средство, приборы... Ну, а подчеркиваю, это лучшее средство в мире. Потому мы как говорили, да, что мы есть, выиграли конкурс в 2010 году, был конкурс с московским правительством, получили свидетельство. Угу. Было как раз практически вот половина из этого состава специалистов, институтов, которые оценивали. Я выступал, угу. Кстати, с Шубиным мы в финале.
выступили, мы выиграли так, как лучшее устройство. Ну, тут у нас есть нет слов. На самом деле, то, что вот вы даже сказали вот сейчас, и то, что мы еще до кадра говорили, это, конечно, поражает, через что действительно прошли, чтобы вот это все. Ну, последний я выступал, вы можете посмотреть, я ссылочку пришлю. Давайте, да. Мое выступление в Совете Федерации. Ну, давайте посмотрим. Я приглашал всех производителей средств защиты, которые есть у нас, ага. Известных. Ну, все так, отказались. То есть, понимая, видимо... Хорошо, пойду я на Голгофу и буду всем говорить. Но вот представь себе, интересный факт. Со второго слайда, когда я показывал, вы увидите, если кто, ссылку. Так, что интересно было... Радиофизик с Подобаев, вот здесь он тоже есть у нас в списочке, со словами, ну не с криком, а со словами, я не могу это слышать, потому что я 40 лет читал электродинамику, этого не может быть. Он даже не послушал, какие исследования мы провели. Он посмотрел только слайд второй, как это установлено, ну на вид посмотрел, и ушел из зала. Компьютер, вот так видно, смотрите, спокойно, на планшете. Вот, а ну для... Нет, я слушать не могу. А, вот так выглядит человек, робот, который преподавал электродинамику в течение 40 лет. Производство. Производство. Недвижки на встрече. Производство очень сложное. Протест. Затем, протест. Да, потом, после того, как я сделал доклад, а присутствующие ведущие институты, из них 30% принимали участие в исследованиях нейтроника, ни одного вопроса не было. Причем я им раздал все вот эти методические пособия, попросил сделать рецензию на это. Я говорю, если вы что-то найдете здесь, противоречащее законодательству или научным вашим принципам, пришлите, пока никто не прислал. Но тем не менее, мы сейчас публикуем и монографию я выпущу. Докторскую не буду защищать, мне это не надо, может и защищать буду, не знаю. Да? Во всяком случае, вот сейчас в журнале «Транспорт» выйдет, должна выйти статья, которую подпишет один из академиков, Белый, так, в Санкт-Петербурге, он глава Академии наук Северо-Запада. И директор института там, Североморских путей, я не помню точно как, но во всяком случае как раз по транспорту, где мы готовили как раз вот эти вот статьи. И в некоторых журналах мы будем публиковать, в научных, потому что я до сей поры, у меня патенты есть, публикации есть какие-то, но я активно не действовал в области... распространение в научной сфере. Ну, это надо, конечно. Ну, это надо. Да. Вот сейчас мы это делаем, очень хотя хорошо. Никто пока не возражал, и никто за 20 лет ни одной претензии, извините. Вот. Да, ни одной факт. Претензии. Это большое, это, по крайней мере, говорит. А продали мы уже, извините, около миллиона. Около миллиона. Да. Ну, скажите, пожалуйста, а вот что делать, ну, допустим, все-таки, или тут уже ничего, человек идет от, в транспорте, едет часа полтора на работу в городе, из него ничего средств, тут таких нету. Пока к сожалению, нет. Вот мы сейчас, вот я в Питер ездил, мы предлагаем транспортникам, и у нас в феврале будет заседание при уполномоченной, не при представителе президента. Вот меня туда все-таки Бог как-то вводит. С решением вопроса на транспорте, потому как мы можем поставить на все, коль не удастся, это законодательство нужно принять, и мы закон уже подготовили, чтобы убрать Wi-Fi из метро. Так. Ну, тревожные сделайте, там точки доступа где-то, чтобы аварий. Ну, это и у машинистов есть, и у спецов есть. Но чтобы убрать оттуда, он не нужен. Конечно. Wi-Fi не нужен совершенно. Сейчас подсадили и все. Но все первым шагом, если они установят нейтроники, то на 80% мы уберем на хотя бы на большой. Да, это большой. Но это пока нет, поэтому... Скажите, а если с собой человек носит, вот это бессмысленно. Бессмысленно. Это нужно приборы, чтобы создать... На каждый прибор нужен устройство. Потому как, если вы услышите, кто-то рекомендует вам какое-либо устройство носить с собой... Да, говорят, что пирамиды, шунгитовые... Кстати, вот эти они работают. Так. Ребята, все работает, но оно работает по-разному. Как вот этот весь масса, спектр, диапазон различные действуют на организм, и отклик организма у каждого человека различен. Ну, панацеи здесь нет. Нет панацеи. Есть только родовые вещи, которые вас могут защищать. Но это другая история. Это вообще тема другая, да. И, конечно. Слушайте, она серьезная, но она другая. Ну, значит, вот печаль. То есть, я так скажу, в школах и детских садах родители говорят... Я вам могу одно упражнение, я думаю, не сейчас, но расскажу, как делать. Могу сейчас рассказать. Ну, давайте сейчас. Простое действие, чтобы себя
защитить. Это гипофиз. Представляете, где находится? Ну, да, где-то вот здесь, да, на пересечении двух линий. Третий глаз, вот основание черепа. Да? И ушные раковины. Вот на пересечении этих двух линий внутри у нас гипофиз. Вот что сделать нужно? Вывести из него, представьте себе, вывести четыре точки. Вот закройте глазки, типа в медитации, да? Если кто-то этим занимался, можете... Так. Выводите и начинаете крутить. Эти точки сливаются у вас в диск. В диск. Слились. И вы его опускаете, как цилиндр. Вы восстанавливаете астральное тело свое. Это самая лучшая защита от внешних влияний. И чем выше у вас энергетика, тем лучше вы защищены. Чем выше ваш духовный уровень, понимание происходящих событий, тем лучше вы защищены. Вот это главная защита человека. Понимание происходящих событий. И как часто вы советуете так и делать? Постоянно. Ну, я лично постоянно. Вот я в транспорте, везде там. Ну, оно у вас уже закрученное, но вы чувствуете, что-то влияет. Ну, покрутили, это же просто делать нечего. Сильно покрутили. Ну, постепенно, да, тренировка, она... Тренировка. А воду, да. Воду, вы пейте хорошую воду. О, это, вот, это надо знать. Да. Еще я еще такое советую. Гомеопатическое воздействие на воду, подгонка под личные свои... структура организма, берете стакан, налили воды сюда, поставили на левую руку, накрыли правую, у солнечного сплетения 4 минуты, подержали, вы зарядили воду своей энергетикой, и в противофазе боль, выпили, боль снимается, если у вас что-то не в порядке, буквально моментально. Ну, здорово. Ну, а уж если эта вода еще и по физико-химическим свойствам правильная, да, то... Да, а по информации, вот так, любую воду очищенную, ну, у нас как, мы структурируем воду, у нас есть структуризатор. Ну, тоже, это камер Шаубергер есть тоже. Да, потом, она должна быть, если вы из-под крана в городе, ну, да, у вас надо, от, ну, да, городские, да, жители, но... вы ее налейте, чтобы она у вас отстоялась. Второй процесс. Ну, обычный угольный фильтр, лучший. Больше ничего нет. Я про воду очень подробно все рассказываю. Да. Нет, ну, там цикл лекций, да, это все как лучше, ну, сделать. Да. Там, да. А вот под себя, пожалуйста. Ну да, вот это конечный вот результат. Хорошая очень подсказка. Да. Благодарю. Да. А, ну, тогда так. Наверное, пока хватит, иначе будет перегрузка. Да. Я то есть думаю, что мы однозначно не раз еще встретимся. И, по крайней мере, уже вот будем сотрудничать. А когда будут появляться какие-то новые данные, я прошу уведомлять. Мы будем выкладывать для наших зрителей. Главная информация. Главное просвещение. Это очень важно. Я вот прям беспокоен. Знаете, о чем сегодня? Я не могу досказать. Вот сейчас доскажу все-таки. Родителей, не безразличных к здоровью своих детей и других детей, кто в школах, классах учится с вашими детьми, прям категорически бейте тревогу, идите говорите учителям, чтобы просто вот они директору, или уж смотрите, как у вас там, чтобы вот учитель говорил: ребята, отключаем телефоны. На переменах, пожалуйста, включите, если вам позвонить кому-то надо. Да, да, конечно. Но урок вот все отключайте, не убивайте и давайте. И никаких Wi-Fi в школе. Это с директором, конечно, надо решать. Обязательно надо решать. Одна ремарочка еще. Ваше конституционное право на чистую среду. Ну, абсолютно. И вы имеете право, как у вас рядом кто-то курит, да, курит, запретить ему курить. Да. Точно так же выключить. У нас некоторые товарищи, просто девушки, говорят: выключи телефончик, пожалуйста, я с вами рядом сижу, я не хочу, чтобы вы в меня... Абсолютно влияли. Правильно. Очень сильная гражданская правильная позиция. Да, совершенно согласен. Да. Ну что ж, благодарю вас, прям вот очень рад, за что уделили время. И вот мы наконец-то, так сказать... Потому что действительно про нейтроник я давно тему просто как-то так оставил, а теперь вот мы ее хотя бы какая-то защита будет, и не то, что хотя бы какая-то. Нет, она существенная, она существенная защита. Но главное, повторяю, просвещение еще раз. Это вот да. Ну, мы продолжим обязательно. Главное зло, как в древних источниках написано, это незнание и невежество. Вот. А потом лень. Лень. И безразличие. Это естественно. Вот если мы уберем, будем знать, а потом еще поборем свою лень и невежество, конечно, и найдем себе труд. А запускает все процессы болезнетворные в организме страх, который находится в почках. И вот боритесь со страхом. Бесстрашие, как все волхвы говорят, это есть здоровье человека. Ну что, это глубоко, это глубокая мысль, точно. Да. Ну, дорогие друзья, это, факт. Это факты. Мы будем еще про это тоже, кстати, говорить. Если вам интересно, пишите в комментариях под видео. Ставьте, соответственно, если вы оцениваете положительную нужность данной встречи по следующих, соответственно, вот эти, как говорят, лайки, пальчик вверх, я говорю, и, да, потому что как лайк, слово иностранное, пальчик вверх. Ну, а, соответственно, мы будем реагировать, и обязательно будут дальнейшие видео в этой серии. Все остальное вы найдете. Как, где приобрести, что почитать, посмотреть, ссылки, о которых мы говорили, прямо нажмите под этим видео в YouTube еще.
появятся вот эти ссылочки, и по ним вы зайдете посмотреть то, что вас будет интересовать. Да, еще уважаемые одна. Друзья, одна еще одно замечание. Да. Сейчас проходит кампания, угу. Да, предвыборная. Угу. Я сейчас хочу, искренне хочу вопросы позадавать всем кандидатам в президенты. Почему Минздрав не предупреждает о том, что это вредно? Почему? Вот я бы хотел, но я-то почему знаю, в концепции развития здравоохранения до 2025 года убрали все физические факторы? Почему? Это очень интересный вопрос. Оставим открытым вопрос. Да, вот именно, что оставим открытым. Я думаю, знаю, почему. Задавайте вопросы всем, если у вас есть на то желание и возможность. Кстати, задавайте. Да, задавайте вопросы. Это правда, товарищи дорогие. Да. Депутаты или там кандидат в президенты. Да. Вы о как бы здоровье и как бы нации вообще, вот России будущем. А что такое будущее России? Это здоровье людей, в первую очередь. Нет, ну президент уже об этом обозначил. А тем более, да, президент обозначил. И программа принимается. Так скажете, товарищи дорогие, а это же не только алкоголь, табак, это не только... А извините, это электромагнитный смог вот этот, в котором мы находимся, как в вязком болоте. И вот это-то почище это будет еще порой. Точное определение. Да, вот. И поэтому давайте, задавайте прям категорически. Я вам прям настоятельно это рекомендую. Благодарю за эту ремарку, это очень точно. Ну все, дорогие друзья, все, здравомыслия вам, крепкого здоровья. И давайте не лениться, а делать что-то, чтобы изменить нашу жизнь и наших близких вокруг, да, к лучшему. Мы победим. Да, тогда мы победим все вместе. Точно. До свидания. До свидания.